Денис, ты куда? Ты наверх идешь? Вика. Готовы весь день в батутах прыгать. На море вообще не хотят. Ну что, всем добрый день. Сейчас сходим на море. Сходим на санаторный пляж, посмотрим, сколько там людей. Погодка, температура воды. Ничего себе. Смотрите, какие сегодня волны. Сейчас поближе подойдем. Вот сколько людей на пляже. Сейчас пойдем на волны посмотрим. Да, что-то сегодня волны прям замывают. Замывают берег. Какие-то они сегодня прям черноморские. Видите, как далеко замывают? Вика, возьми круг. Возьми круг, Вика. Давай руку. Ну, сегодня волны, как я сказал, черноморские. Андрей, пойдем. Зашли немного поглубже. Тут уже видно, да? Людей поменьше. Свободнее. Ну, на санаторном просто очень много людей. Смотрите, какие волны. В общем, провел прямую трансляцию, а чтобы их не пропускать, обязательно подпишитесь на азовский чатик, либо на мой телеграм-канал, ссылочки в описании. Вода 24,5 градуса, ну, видите, как что штормит море, сильный ветер, солнца нету, оно где-то у нас за тучками спряталось. Даже водные аттракционы перестали работать. Смотрите, какие замки мы построили. Пошла вода горячая. А это мы до пляжа Водограй дошли. Пляж Водограй, пляж Русалочка. Слушайте, уже вечер, где-то 8:15, наверное. Я хотел с вами прогуляться, провести трансляцию по Федотовой косе, но видите, какая погода, и детей, ну точно не вытянешь, не надо, не хочется их морозить. Поэтому я вам покажу. Вот смотрите, вот по этим пляжам можно пройти с Кирилловки до санаторного пляжа. Вот там балкон, я с него ввел вам прямую трансляцию, это база Мотор, а чуть дальше, метров, наверное, 50-100, будет пляж Терешковый. И вот вдоль вот этой вот отвесной стены по пляжам можно пройти с самой Кирилловки до санаторного пляжа. И теперь давайте еще вам покажу, как с санаторного пляжа попасть на Федотову косу, не по пляжам.
А дорога, вот эта вот, я уже не раз ходил, занимает где-то около 10 минут. Ну, где-то минут 7-10. Я много раз ходил в Кирилловку, и на санаторный пляж тоже ходил с Кирилловки сюда. Ну, где-то 7-10 минут. А теперь пойдемте. Кстати, смотрите, какие волны. И прохода пока, видите, прохода там нет. А теперь давайте покажу, как с санаторного пляжа попасть именно на Федотку, не по пляжам. Тут есть такая тропинка, нам ее показали, сейчас я покажу ее вам. Вот смотрите, как санаторный пляж, какой спокойный вечером и какой был прямо шумный днем, когда мы вот в начале ролика с вами пришли на него, да? Сколько тут было людей, сколько тут было шезлонгов, а теперь в основном чайки. Теперь время отдыха для чаек. Вот здесь вот домашняя кухня, какая-то кафешка. Давайте поднимемся по лестнице. Вот прямо можно пройти на Федотку вот по этим пляжам. Вот там вдалеке видно колесо обозрения лунопарка Федотовой косы. Но нам с коляской, вот честно, совсем неудобно ходить так вот, перемещаться по пляжам, таскать коляску по песку. Вот здесь есть тропинка. Здесь есть тропинка. Вот между базами. Там на базе какое-то мероприятие проходит. Вот ориентируйтесь. Ну, вот плакат, мороженое. И здесь такая тоже в виде сруба. Плов, пиво, чебуреки. Вот между этой базой и пловом, чебуреками тропинка. Мы по ней сейчас пойдем. Пойдем прямо. Ну, я, наверное, сейчас выключусь и где-нибудь в конце тропинки включусь, покажу вам.